здравствуйте. Сегодня мы вам представим новый сорт кофе. Это Эфиопия Иргачиф, Notes Family, от компании Safety Trading. Мы сегодня этот кофе специально пожарили на сэмпл-ростере. И сегодня покажем вам, как его правильно заварить в воронке V60 Харю. Для того, чтобы начать готовить, нам нужен взять бумажный фильтр. В данном случае мы используем отбеленные фильтры, также есть и коричневые. Но так как нам не нужно изменять вкус нашего напитка, мы используем белые фильтры. Для начала нам нужно этот фильтр смочить и прогреть посуду. Я использую чайник тоже компании Харио, который позволяет очень точно направлять струю и очень ее качественно дозировать. Для того, чтобы качественно смочить фильтр, я рекомендую проливать где-то не менее 250 мл воды. Ну, можно и меньше. После того, как мы прогреваем фильтр, нужно эту воду будет слить. Промочили наш фильтр, сливаем воду. Ставим обратно все это на весы. Включаем. Нам нужно взять 14 грамм кофе. Взять нужно средний помол. Всыпаем весь кофе, немножко стряхиваем. И на мой рецепт нужно налить будет 250 грамм воды. Температура воды в районе 93 градусов. Начинаем вливание. Я использую для предсмачивания 50 грамм воды. И делаю предсмачивание 30 секунд. В процессе предсмачивания можно наблюдать, что идет процесс цветения. То есть кофе выделяет много углекислого газа, так как кофе это свежеобжаренный. По прошествию 30 секунд мы начинаем добавлять воду по 50 грамм до достижения уровня 250 грамм. Между вливаниями я буду делать интервал 3-4 секунды. При вливании необходимо полностью собирать все элементы кофе, как со стенок, так и в серединке, чтобы обеспечить равномерный пролив воды через так называемую условную кофейную таблетку. Если же вы будете вливать только в центр, может произойти конус, и экстракция кофе пройдет не полностью. Я рекомендую это все вливать равномерно по спирали от центра, идя к краям и захватывая стенки фильтра. Мы пролили все 250 грамм воды, и теперь ждем, пока наш кофе полностью экстрагируется в этот сервировочный чайник. Так, ну что, ребят, попробуем новый кофе с Эфиопии. Да? Эргачиф Notes Family. Отлично. Так. Ну как аромат? Очень приятно. Какие ваши впечатления о напитке? Приятный цветочный вкус, бергамот. Очень приятная послевкусие жасмина. Такая сдержанная кислиночка, но, конечно, сразу чувствуется, что это Эфиопия. Бергамотный нот, очень приятный. Цветочный такой. Очень вкусно. Ну, замечательный подпит. Да. А что вы думаете, Ря? Как этот кофе, похож ли он на традиционный эргачиф, или там что-то, какие-то особенные ноты есть, нетрадиционные? Да, мне кажется, это хорошая мытая Эфиопия, хороший мытый эргачиф, это чувствуется. Из, может быть, нетрадиционного здесь больше тела, чем я обычно привык видеть в эргачифе. Более плотный напиточек получился. Ну, очень чистый напиток, конечно. Напиток вообще супер. Я считаю, под фильтр это один из лучших вариантов, которые у нас будут. Конечно. Да, очень чистый. Спасибо. 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 До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.